Greetings, my dear friends. Welcome to the magical garden that I have here in my laboratory. Now, as you probably will remember from a day ago, this is day three, by the way, from a day ago, I have the radish sprout. So I put it in the soil and it continues growing. And here, we have a cabbage that sprouted from the earth. Here's some radish. So, all right. Перейду на русский. Дело в том, что сегодня второй день успехов, или третий день в общем, да? Третьи сутки. И что у меня есть? Вот мы видим, что капусточка взошла из земли. Потом пророщенный редис, как вы помните, со вчерашнего дня. Посадил его в почву. Вот он начал из почвы уже выглядывать. Вот. А также вот эту штуку сейчас буду сажать в почву. Это у меня взошел, пророс точнее, горох. Вот, горох сейчас отправится в почву. Вот я подготовил здесь уже. И, собственно... Вот промежуточные успехи, третий день. А, также, кстати, еще кукумбер, то есть огурец. Так, сейчас покажу где. Вот здесь, да. Вот здесь вот, вот этот вот кукумбер. Он тоже пророс и тоже буду сажать его в землю. Вот мы видим, что пустили ростки эти семечки. Так что вот такие вот промежуточные успехи третьего дня. Продолжает увлажняться воздух. Продолжает работать кондиционер, температура, свет. Все стараюсь поддерживать целыми днями, сутки напролет. Так что посмотрим. Что-то еще я помню. Здесь. Сейчас я подберусь. Так, что у меня здесь такое? Поднимаем. Перец, да? Перец немножечко начал пускать ростки. И здесь, по-моему, или здесь. Что-то еще вылезло. А, да, вот, капуста тоже. Cabbage. Да, капуста пустила. И сейчас-то будет сажаться вот сюда. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, день второй. Есть успехи промежуточные. Посмотрим, как будет дальше. Alright. До скорых встреч.